100. Всем привет, с вами Иван 3000, или если написать, то 15000. Ну, и сегодня мы попробуем забрать Спайка, потому что мне не хватает очень мало кредитов, надеюсь. Ну, гемы не хочу совать, я, конечно же, на какаху Спайка коплю. И скоро у меня, скорее всего, будет купленный Бравл Пасс. Ну, давай пока поиграем в ограбление. Так. Ну, то, что против нас ворон, это не очень хорошо. Так, ну, в принципе, гарантия на победу. И, кстати, если хотите вступить в мой клан называется «Ракета смерти». Так что, если хотите поиграть со мной, то вас приглашаю. Мой клан называется «Ракета смерти», говорю, это еще. Так. Эй, там Динамайк Токсик. Тупой. Я вообще не могу, когда токсики появляются. Кстати, кто заметил, я апнул первую бронзу, или подожди, как первое серебро на Эдгара. Первое серебро. Так, пожалуйста, чтоб... Серьезно, мне нужно кредитов, здесь вот 100 кредитов. Почему я не могу на... Надо взять... Подрыв. Подрыв. О, на паранойя? Паранойя. У меня сейчас паранойя. А, не, на паранойя. Кого у меня практически крутим плюс? Давай на динамайку. Да. Бурди-бурди-бурди. Мандарин. Со мной мандарин. Привет, мандаринчик. И бурди-бурди-бурди. Бабушка, я не понимаю, что я делаю. Что? Ну, простите, да, у меня вот так вот, ну, как бы... Это ничего поделать нельзя. Ну, не кратко. Думаю, что у меня меньше квестов на Динамайка. Так, ну, в принципе, соперников могу победить. Ну, что там токсики просто со мной? Ну, собственно, и все время токсики играют. Или против меня. Вот.
сейчас вырублю пацана. Что я говорю? Я чуть-чуть не понял. Чё я с Токсиком играю? Ну, Токсики всегда лузеры. Так что, если кто Токсик и мой подписчик, то не надо отписываться, ну просто, блин, не люблю Токсиков. Если хотите, могу в каком-то шорте показать все фигурки Бравл Старс. Ну, если хотите. Если же только наберут все 10 лайков, то я покажу вам все фигурки. Так я буду понимать, что вы хотите показать. Чё я вообще гаджет не использую? А чё нас убили? Убили! Так, ну... В принципе... И, кстати, для меня это будет очень легендарный ролик, потому что это будет уже моя четвертая легендарка. 4, понимаете? Число 4. Там... Я не умею блюрить, но представьте, что он заблюрил просто. Да я прочитал. Все нормально, я ничего не говорю. Все нормально, у него хороший ник. У него хороший ник, пишите, окей? Да. У него хороший ник. Он говорит, who wants a candy? Это переводится как, кто хочет конфеты? Я хочу конфеты, все. Я хочу конфеты. Проснись, я ведь хочу конфеты. Ну, здесь просто... Обидно. Я реально хочу конфеты. Вообще это не очень. У него, конечно, хороший ник, но как бы. Блин. Давай, давай, быстро. Быстро, быстро, быстро. Кура, кура, кура. 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 Все, давай. С
Спасибо тебе, вот спасибо тебе огромное, что ты поддался мне. Теперь будет легендарный момент. Я получу спайка. Мне кажется, я это даже в шорты закину. Сейчас.